Испекла свою первую партию булочку. Такие вот они у меня получились. Некоторые просто рулетики сделала. Видите, они с обоих сторон хорошо зажарились. Что с одной, что с другой стороны. Всем приятного аппетита. Я уже настряпала целый тазик булочек. Простые внутри просто с сахаром делала. И сердечки, тесто у меня еще осталось. И сейчас последнее стряпаю, но с чем? Вот с такими вот конфетками. Мы когда-то покупали, и вот последний раз я опять купила такие конфетки, только уже не целую банку, а на развес тут немножко. Потому что сахар последний, поэтому решила сахар пока больше не трогать. С конфетками стряпаем. Сейчас уже первая партия с конфетками постряпается. Ну и вот эти вот достряпаю с конфетками. Так как сегодня у нас воды нету, помыть особо никак. Ну, я, по идее, набрала воду в ведра. И детки у меня дома, Ванюшенька спит, Мариночка лежит. Оксана окружающая прочитала? Молодец. Ну, а я сейчас буду дальше допекать и покажу, что в оконцовке я настряпаю. Все, дорогие мои, настряпала я булочек. Последнюю партию поставила. Сейчас эти булочки переложу в тазик побольше, чтобы накрывать можно было, потому что в железной миске неудобно. Тут и круглые настряпала. И одну первую партию уже, вот, пожалуйста, с конфетками постряпала. Детки очень любят с конфетками. Видите, в этом тазике мне удобно то, что я могу его накрыть. И пусть детки кушают. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. А я сейчас вот приберу деткам. Будут кушать. Они и так уже целый тазик, наверное, съели за сегодня. А с конфетками положу в другой тазик. Чтобы тоже накрыть, потому что они у меня сейчас тут тарелочки. Видите, какие хорошенькие получились. А внутри конфетка. Вытекает, видите? С края поставлю, чтобы не это. Очень вкусные домашние булочки. Вот столько вот сегодня уже получается, почти два тазика настряпала. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайк. У нас время 5 часов вечера. Я пошла в магазин за хлебом. Дома хлеба вообще нету. И сахара на хотя бы килограмм купить. Сахара нету тоже. Сейчас пойду возьму. Вот сейчас видео у меня не выходит, а потом все будут кучкой выходить. Вот будет. Блин, вообще. Многие меня уже потеряли. Чего я не выхожу? Ну, я ребят снимаю. Видео только будет поздно выходить. Да, Тайсон? Ладно, идем в магазин. Сходила в магазин, взяла хлеб, молоко, посылку на почте забрала, какую-то китайская пришла мелкая. Хлеба я 3 булки взяла и также купила сахар, потому что дома нету сахара. Взяла 3 килограмма или сколько там, 2 или 3 килограмма сахара. Так, а это я беру, вот это надо убрать. Вот такие вот все мои покупки были. Сейчас кофе сделаю, то голова болеть не могу. Открыла пакет, а там еще внутри 2 пакета. Я так подозреваю, что тут еще, наверное, вот в этом 2 пакета. Сейчас открою, посмотрим, что там. Так, знаете, что в посылочке? В посылочке вот это вот, это мыло дорожное, такое бумажное. Очень удобно с собой брать. Тут в упаковочке 20 штук. А это штатив. Для телефона, как стабилизатором сразу идет. Сейчас попробую собрать и покажу, какой он. Вот такой вот, ребят, штатив. Тут можно вот так вот камеру держишь. Можно также расправлять и ставить его. Ой. Как-то, ну вот как-то так, короче говоря. И потом вот это вот так. Видите? И можно снимать что-либо. Ну, вот такой вот штатив стоил, что он в районе 300 рублей. Ссылочку, если смогу, постараюсь оставить в описании на этот штатив, вдруг кому-то понадобится. Но мне понравился, удобный.
Так, дорогие мои друзья, сырники мои замерзли. И сейчас я их буду убирать по пакетикам. В следующий раз еще наготовлю сырничков детям. В духовке, кстати, детям понравились. Да, Оксана? Не надо, Оксана, я сама сделаю. Идите играйте, чтобы маме не мешаться. Идите играйте. Мама сама все сделает. Сейчас вот так вот. И пакетик это сейчас поубираю, и все. Заготовки у меня есть. Немножко. Ладно. Творожные сырники. Все, это отправляем мыться. А это в пакетике в морозилку убираем. Так, дорогие мои, хорошие мои, у нас уже вечер. Я поставила воду на макарошки, таблетку выпила, голова полегчала немного. Дальше начинаем, значит, готовить. А, что? Больше не могу. Ты даже полкружки не выпила. Просила простоквашу, Маша. Я ей налила. Домашняя, из домашнего молока сделала простоквашу. Она даже полкружки не выпила. А пришла, говорит, мама, я хочу простоквашу. Вот пока все не выпьешь, я не отстану от тебя. Вот такая вот я злая, да, ребята? В целом. Что? Я сегодня скажу хоть что-нибудь или нет? Или они так и будут бегать тудым-сюдым? Нам наконец-то дали воду. Время уже, кстати, сколько? 7 часов. Ну, где-то полчаса назад дали, где-то полседьмого ближе, где-то к этому. В целом, что готовим-то? Блин, я опять макарошки варим. Достала котлеты, которые я заготовки делала. Приготовим котлетки с макарошками. Да не трогаешь ты сахар-то, а? Вот я камеру только включаю, все бегут сюда. Хоть за камерой, но спрячутся. Но они здесь будут стоять. Даже Света здесь стоит. Да, вот Света точно. Света у нас прописана на кухне. В уголке возле холодильника. Поближе к жрачке. Да, Света? Дети конфетки с булочки с конфетками. Смотрите, как съедают. Смотрят, где конфетка есть. Конфетку выедают, а саму булочку не хотят. Вот такие вот они у меня вредные. Так, в целом. А, да, 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 ребята. Меня спрашивали, пользуюсь ли я новой сковородкой. Да, начала пользоваться вот этой вот большой сковородкой. Очень нравится. Ручка съемная. У меня такая уже сковородка одна есть. Поэтому вот так вот. Сейчас наливаем, поставила сковородку на плитку, наливаем масло. Пусть разогреется и поставим с вами, а даже разогреваться не будем. Сейчас сразу положу замороженные котлетки на нее, пусть там сразу разогреваются. И один ленивый голубец еще остался. Тоже сюда же отправим. Нам что? И вот такие вот котлетки я, которые сама, помните, делала, замораживала. Вот их и будем готовить, кушать. Готовить будем кушать. Сколько здесь котлеток? Что? На, посчитай. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, давай последний влез сюда. А чем пихнем. А? А чем одеваться? Так, что я буду один-то уж оставлять, что ли? Уж приготовить и приготовить все. Нага не 10, нага 9. Ну, я знаю. Но у меня привычка же на Илью тоже готовить. Я же все думаю, что у меня сына-то дома. Дети всегда удивляются. Мам, почему ты на одну порцию больше готовишь? Потому что у меня привычка на Илью тоже готовить всегда. Не знаю, вот он уже сколько времени в колледже, да, живет. В Соликамске живет. А я все равно продолжаю одну порцию на него всегда готовить. Напишите, у кого так же. Так, ладно, поставила котлетки жарить и вода на макароны. Как приготовлю, покажу все, что получится. Так, приготовила ужин. Макароны с котлеткой, с кукурузой, есть еще тушеные овощи. Ну, у нас не все дети едят, поэтому буду жить всем. Кому захочет, тот и поест. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита.